Воскресение Христово. Сегодня у нас 7 июля 2024 год. Вот крестный ход на крещение проходит. От храма идем и на пруд. Вот мы подошли к месту крещения. Это лагерный пруд. Вот. Вон и тут из-за угла.
Брат, скажи, что записывается все. У нас запись идет. Брат Игорь, под хоругви сделай, пожалуйста, эти отверстия. Я просто точно не знал, где делать. Там ломик есть, там стоит. Съемка. Одевайтесь, кто крещение. Крещение будет. Тут мужчины переодеваются, там женщины, да? Так, что ты спрашиваешь? Ну что ты? Вот здесь мужчины. Ты что, брат, все время смущаешься? Мужчины сюда. Нет. Нет, надо с плота снимать. Прямо напротив. Вот дать мне веревочку, чтобы он держал, в воду не залазил. Один на берегу держит. Ну Игорь-то спускался раньше, спокойно. Я полк. Так, смотри, Игорь, где? Вода это омовением, возрождение для прощения грехов, одежду бессмертия Господу помолимся. Да услышит Бог Господь Бог, глас моления нашего Господу помолимся. Избавьте нас от всяких скорби, гнева и нужды Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Божия Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувших, сами себе друг друга весь живот нас Христу Богу предадим. Но страдатели нищими Божии, испытывающие сердца и намерения человеческие, один знающий все тайны света, ибо нет ничего сокрытого от Тебя, но все обнажено и открыто пред взором Твоим. Знающий все обо мне, не возмущайся мной, не отрати лица от меня, не взирай в этот час на мои согрешения, на грехи людей ради их покаяния, а мой чистоту, нечистоту моего тела и скверну моей души, и всего мне освети силу и божественную невидимой десницы Твоей. Да возвещает свободу и подавай ее другим, по незреченному человеколюбию Твоему через веру совершенную. Сам не окажусь неисправившимся,
как возвращенный раб греха. О, да не будет того единый милосердного владыка. Да не останусь я униженным и посрамленным, но не спасли мне силу свыше и укрепи меня для совершения предстоящего великого и пренебесного Твоего таинства. И через меня недостойного отобрази Христа Твоего, хотящих вновь родиться, и сам утверди их на основании апостолов Твоих и пророков, и не допусти погибнуть, но насади их, словно цветущее дерево истины во святой Твоей соборной апостольской церкви, и не исторни, да не вырастет и преуспеют они в благочестии, и славятся через него, через них, все святое имя Твое, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне присно, и во веки веков. Велиси, Господи, и дивны дела Твои, никакое слово не сможет достойно воспеть чудеса Твои. Велит Ты, Господи, и дивны дела Твои, никакое слово не сможет достойно воспеть чудеса Твои. Велиси, Ты, Господи, и дивны дела Твои, никакое слово не сможет достойно воспеть чудеса Твои. Ибо по воле Своей Ты все в жизни привел из небытия. Ты силой своей сотворенное хранишь и формулом своим управляешь миром. Ты создал из четырех стихий этот мир. Ты увенчал четырьми временами круглый года. Перед Тобою трепещут все духовные силы. Тебе воспевает солнце, Тебя прославляет луна, перед Тобой благоговеют звезды. Тебя слушает свет от взора Твоего, содрогаются бездны и источники слуги Тебе. Ты простер небеса, как покров. Ты на водах утвердил землю. Ты оградил море песком. Ты воздух излил для дыхания живущего. Ангели и силы Тебе слушают, сонмы архангелов поклоняются. Ты окружен многоокими, херувимыми, стрекрылатыми, серафимами, предстоящими, летающими, прикрывающимися крылами и в страхе от неприступной славы Твоей. Ты Бог, безграничный, безначальный и неизреченный. На землю сошел и принял образ раба, сделавшись подобным человеку. Ибо по милосердию, милости Своей, Владыка, не мог без сострадания взирать на мучимый идеалом человеческий род, потому пришел и спас нас. Исповедуем благодать, проповедуем милосердие, не скрываем Своих благодеяний. И освободил все роды людские, девственное чрево сети пронзением Своим. Все творение воспевает Тебя, явившегося, ибо Ты, Бог наш, на землю пришел и жил с людьми. Ты с небес не спасал, не послав святаго Твоего Духа Иорданской струи осветил и сокрушил голову змеев, гнездящихся там. Ты сам, человеколюбче, царю приди, и ныне наитим святаго Твоего Духа освети воду сию. Ты сам, человеколюбче, царю приди, и ныне наитим святаго Твоего Духа освети воду сию. Ты сам, человеколюбче, царю приди, и ныне со шествием святаго Твоего Духа освети воду сию. Дары и благодать искупления, благословения Иорданова, сотри источником бессмертия, даром освящения, отпущением грехов, исцелением болезней, губительных демонов, неприступным дьявольским силам, ангельским могуществом исполненным. Да отбегут от нее злоумышляющие против создания Твоего, ибо призвал я имя Твое, Господи, дивное и славное и страстное дьяволу. Да погибнут под знамя образа священного Христа Твоя вся сила дьявола. Да погибнут под знамя образа священного Христа Твоя вся сила дьявола. Да погибнут под знамя образа священного Христа Твоя вся сила дьявола. Молимся Тебе, Господи, да отступят от нас все воздушные и тающиеся призраки, и да не утаятся в воде сей демон, да не родится в воде сей демон темный, и да не сойдет скрещающимися дух лукавый, сокрушающий разум и смущающий помысл. Но Ты, Владыка всех, яви эту воду водой искупления, водой освящения, очищением плоти и духа, освобождением от уст, прощением согрешений, просвещением души, омовением возрождения, обновлением духа, усыновлением даром, одежды нетления источником жизни. И вот сказал Ты, Господи, помойтесь и очиститесь, удалите пороки от душ ваших. Ты свыше даровал нам новое рождение от воды и духа. И вызови себя, Господи, в воде сей и дары перерождения в ней, крещаемым
дабы, сняв с себя ветхого человека, погибающего от обольстительных похотей, облекли все в новых, обновляемых по образу создавшего их, достав в крещение причастниками Твоей смерти, приобщены будут и к воскресению Твоему, и сохранив дар Святаго Твоего Духа, и умножив залог благодати, примут почести небесного звания и присоединятся к первенцам, написанным на небесах, у Тебя Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Ибо Тебе подобает слава, власть, честь и поклонение, и безначальным Тем Отцем и Спиртым, благотворящим Тем Духом, ныне присно и во веки веков.